Вы знаете, мое мнение заключается в следующем, что люди, которые на Болотный выходили, во многом шли совершенно искренне, возмущаясь о правонарушениях или о поправке закона с их точки зрения законодательства именно избирательного. За этой акцией точно стояли люди, которые совершенно другие цели преследовали. Пытались политически выставить себя как лидерами некой оппозиции, за которыми есть сила. Я считаю, что у нас оппозиции как таковой нет. Нет людей, которые могли бы за собой кого-то повести. И самое главное, почему ее нет? Потому что они, то, что они говорят, является просто политическими лозунгами. Мы против всего плохого и за все хорошее. Ничего конкретного оппозиция ни в одном месте не говорит. Она только критикует, ничего не предлагает. Поэтому я считаю, выйдут эти несчастные люди, которые повелись на эти речевки из тюрьмы, ну, будет хорошо. Я бы, наверное, поступил бы так и выпустил бы их.